Всем привет! С вами канал Космостар. Мария Шалаева получила широкую известность после выхода фильма Анны Меликян «Русалка». Является одной из самых популярных актрис, не боится показаться на экране некрасивой или чудаковатой, благодаря чему ее персонажи получаются яркими и самобытными. Мария Шалаева родилась 15 марта 1981 года в Москве. Росла без отца и долго не знала, кто он. По ее словам, родителя ей заменил дедушка. После окончания школы поступила во ВГИК. После второго курса была отчислена за непосещение занятий и неуспеваемость. Позже Шалаева признала это главной ошибкой своей жизни. Первой и сразу же главной ролью Марии Шалаевой в кино стала нерадивая студентка Катя Колобкова в мелодраме Юрия Рогозина «Первокурсница» в 2002 году. В 2004 году случилась судьбоносная встреча с режиссером Сергеем Ткачевым, которая кардинально изменила жизнь актрисы. Он снял под Шалаеву фильм «Маша». Анна Меликян тоже написала сценарий под Марию. Мелодрама «Русалка» в 2007 году стала триумфом для Шалаевой и одним из лучших фильмов самой Меликян. Снялась в фильмах и сериалах «Нирвана», «Убойная сила», «Одиссея» 1989, «Бумер», «Марш», «Бросок», «Повелитель эфира», «Карусель» и другие. Мария Шалаева встречалась с оператором Даниилом Гуревичем до момента его гибели на съемках фильма Сергея Бодрова «Связной» в «Кармадоне». «Я должна была играть в картине Сергея Бодрова. Но сцены с моим участием планировали снимать в Москве. Родители Дани навсегда мои родные люди. Не нужно относиться к смерти как к трагедии. Это скорее событие радостное. Потому что из нашего земного мира, где так много страданий, человек переходит туда, где ему будет намного лучше. А плачут люди на похоронах потому, что испытывают чувство вины», – признавалась звезда. Состояла в отношениях с актером Дмитрием Шевченко, который оказался старше избранницы на 17 лет. В 2005 году у них родился сын Нестор, но Дмитрий и Мария так и не дошли до ЗАГСа. В 2009 году вышла замуж за композитора, автора музыки к фильму «Статус», «Свободен» Иваном Лубенникова. В 2010 году у пары родилась дочь Евдокия. А в 2016-м супруги расстались, но сохранили дружеские отношения. Мария Шалаева полностью посвятила себя работе. Актриса много снимается, а также участвует в театральных постановках Центра имени Мейерхольда. В 2018 году Шалаева решила попробовать себя в режиссуре и сняла короткометражку «Развод», в которой исполнила главную роль. Незадолго до этого артистка сама пережила болезненное расставание с любимым человеком, поэтому эта тема была ей близка. Все свободное время Мария посвящает детям. «Я считаю, что много времени уделяю детям. Бывает, я занята, но бывает, что мы просто садимся в машину и куда-то едем. Я с ними много общаюсь, у них сейчас идеальный возраст. У нас очень семейные отношения», — говорила звезда. Она очень любит путешествовать. Лондон, Берлин и Рим – ее самые любимые города.